Бу. Бу. Это очень медленно, от такого медленного скримера никто не обосрется. Вообще должно было получиться страшно. Бу. Бу. Потому что завтра Хэллоуин. Ой. Ничего необычного. Короче, здесь 30 число. Ну, по крайней мере, у нас он будет завтра, у вас он, скорее всего, уже прошел. И мне вот очень страшно, потому что до Хэллоуина мы можем не дожить. Есть такая вероятность. Я пошла домой. Тебе долго идти придется. Я пошла домой. Но я вот, например, сегодня уже чуть не откинулась, когда готовила реквизит для этого видео. Я решила сделать тыкву, знаешь, вот эту тыкву с глазами вырезанными, ну, и да, свечу туда засунуть еще. Да. А вот настало, когда время внутренностей. Лёш! Чего ты там делаешь? Помоги! Я не могу потрошить её. Ну, пожалуйста! Но это не так делается. Да что-нибудь сделай, пожалуйста! Я когда дотронулась до этого говна... Это Настя, это тыква. Да, это тыквы. Я почему-то начала представлять, что я потрошу кого? Как будто я в ком-то. И все. А потом я понюхала, а она пердежом воняет. И меня вообще. Она пахнет пуками. В общем, я не зря заказала сразу две тыквы. Ну, я, короче, просто психанула, ту я выкинула, а вот эту я просто, я маркер взяла и вот. И, возможно, после того, как мама узнает, что мы сегодня должны будем делать в этом видео, я откинусь уже по-настоящему. С локтя получишь, что ли? Это на твое усмотрение. Я за свою жизнь слышала 1000 раз, как кричит мама, когда она на меня ругалась. Но криков, спровоцированных страхом, я от мамы не слышала никогда. Как это никогда? Ну ладно, было пару раз, когда рядом с мамой пробегал таракан или пролетала саранча, но это не то. Мы с мамой даже фильмы ужасов вместе никогда не смотрели, потому что мама не разрешает этого. Я вообще не смотрю. Что уж говорить о хоррор-играх. Каких играх? Но я подумала, что лучше разгон перед Хэллоуином, чтобы ты прочувствовал, ты же никогда не отмечала Хэллоуин, я тоже. Вот такая я атмосфера. Я не собираюсь вообще. А у тебя выбора нет уже, ты уже здесь сидишь. Пойдем, давай без этого, ладно? Это же правда, я на скорой поеду домой. В общем, эту игру мне советовали очень многие под видео, где я играла в страшные игры. Я думала, что когда? Это будет мой последний раз, но я выжила и надеюсь, что выживу и в этот раз. И ты тоже. Эта игра имеет много частей, мы будем играть в первую, потому что я не знаю почему. Но она детская, называется «Пять ночей Фредди». Нам, наверное, нужно нажать New Game. Знаешь, как переводится? Новая игра. Но главное, что не Last Game. Help Wanted. Family Pizzeria looking for security guard to work to... Я не успела. 12 часов. Первая ночь. До 6 утра у нас есть время. Там написано еще было. Нихера ты шпрехаешь. Там надо смотреть на камеры. Справа, снизу камеры. Вон там где-то на стрелочке нажать надо. Ёпты мать. Стрелочки, закрывать дверь и включать свет слева и справа. Что происходит? Какие стрелочки? Вот, это камера меня. А что ищем-то? Убери руки от меня. Снизу посередине твоя комната. А, мы вон внизу, Ю, видишь? Самая низкая, вот. И слева, и справа, смотри, свет там. А, я не могу... Короче, мы выбираем, нажимаем камеру, а в стрелочку вот, опускаем. Стрелочку. Вот здесь включай свет. И... Давай закрой двери. Мы открыли или закрыли, как понимать? Мы закрыли, не ори. Ой, а где чудовище? Их не видно здесь. Вообще никого не вижу. А как выглядит чудовище? Не знаю, мама, я не хочу знать. Ты хочешь? А что делать в этих комнатах надо, Лёш? Следить, чтобы вас не это... И что, сидеть в одной комнате тупо следить? Да, и выживать. А у нас двери все закрыты. Так надо их открыть. А-а-а. Чтобы могли к вам прийти. Вау! А нет, зачем их открывать-то, блин? Зачем ты их открываешь? Нихера! Ты слышишь, мам? Мам, ты слышишь? Что-то было! Что-то было! А! Да у тебя нахрен! Вот такие руки! Плотные! Я вообще ничего не понимаю, Лёш. Просто тыкай. Где, просто тыкай. Где они все? Мам, там кто-то стоит, этого не было. Мам, отвечаю, кто-то пришел. Видишь, очертания? Лёш, а его прибить можно? Кого? Где?
Его не было. Да. И что с ним надо сделать? А хрен знает, я же не играл. Может, эта камера у нас не работает, слышь? Возвращаемся. Ой, дверь закрыли. Свет включили. А почему вообще я пугаюсь сейчас, а не ты? Хрень какая-то получается. Значит, тут просто нужно стоять и смотреть, как тебя жрут. Или убивают, или... А это одно и то же. Вот здесь тут и есть. Вам доступна камера наблюдения. При помощи них можно следить за перемещением бабайек. Бабайки? После старта игры в начальной комнате появятся 3 бабайки. Чего? Ну, две осталось. И попрут к вашей каморке. Ну, да. Постепенно могут присоединиться еще 2. А да. И чё? Мама! Бабайка стоит! Там бабайка. Мама, там бабайка. Я понял. Ёб твою мать. У нас камеры вырубило все. Кто к вам вплотную подкрадывается, нужно закрывать дверь перед носом. Мам, там какой-то звук был, мне кажется, уже пришли. Вот он. Давай резче, может быть, это уже вторая бабайка. Давай смотрим. Мама, две бабайки сбежала к нам уже. Мам, у нас зарядка садится, камеры, 2% камеры, ты видишь? А что мне делать с ними? За нахер. Мам, закрывай в жопу, нахер. Ребята. Нам кто-то зашел уже, все, нас сожрали. Мам, сотри. Чего, нет ничего? Мам, сотри. То есть ты знаешь, что сейчас какое-то говно? Нет! Я просто не хочу отдать вас сраться! А, не страшно что-то. Как закрыть дверь? Закрой дверь, мам. Никак, оно не работает, все. Мам, сейчас будет скример. Мама, смотри, давай. И все. Чуть-чуть обосрались. Все. А что ты не кричишь от страха? Не хочу. Короче, что-то как-то пошло, все не так как-то пошло. То есть ты мне хотел сразу до инфаркта довести, да? Ну просто она глупая игра. Жутковато, если сидеть с выключенным светом, они под софитами тут и в темноте пялиться, конечно, обосрешься. А так вот, ну, а мы тут втроем, не страшно. А хочешь, мы выйдем все? Есть у нас еще кое-что. Ты это, бабушек любишь? У тебя есть бабушки? Уже нет. И у меня. Ну вот сейчас бабуля у нас будет... Поиграем с бабулей. Погнали, без лишних слов. Ты чё? Будь здоров. Да, я испугать решил. Ах, охереть. А как ты разбираешься в этом? Ты чё вообще такая умная? А как я не знала всю жизнь этого? Ёпти, смотри, как реально. О, день первый. Ёпта, опять дни вот эти. Ну и чё? Это чё это? Лёш, не мог бы ты поиграть с нами? Сейчас обосрусь. А как брать фонарик? Надо на Е... Блин. На Е. На Е нажать. О, это надо что? Ходить кнопками. Какая-то звука. В Е открыть дверь, В ходить вперед, С назад, А влево, В вправо. Мышкой надо управлять еще. Я сейчас обосрусь от смеха. Я куда-то заперла. Фу! Да ну что? Мы вынужаем вашу тумбочку. А что это было? Все, я наигралась. Основа здорова. Синяк тут будет огромный. Кстати, мама потом мне реально скинула фотку своих синяков, которые появились после схватки с тумбочкой. А ну, блин, нам как бы играть не надо, чтобы сдохнуть от страха. Давай теперь ты их будешь ходить. Нет. Давай. Мне просто, блин, об вашу тумбочку синяк реально. Надо тут держать. Я не могу. Смотри, давай. Там есть что-то? Конечно, давай. Ты так хорошо ходила, там уже разобралась, и он... Мама, опять сейчас будет! Мама, сейчас опять будет! Убивай ее! Убивай, давай! А я не... А чем? Просто бегать! Надо бегать, ну точно не убивать. Ёпа-мать! А она уже мертвая, наверное. Господи помилуй, мертвого не убьешь. Тот, кто мертвый, не убьется. Все, короче. Все, выключай на. Обосраться, блин. О, смотри, дай 3. Да все. А, мы дни проходим. Как, Леш, здесь выключить эту хрень? Я наигралась в эту игру. Я на эскейп нажимаю. Все. Да ну. Спать. Блин.
Уйди, блядь, с глаз моих. Есть еще какая-то игра, такая называется Dark Deception. Ты англичанка оказалась, ты знаешь, как это переводится? Нет. А хочешь знать, как это переводится? Нет. Ну давай тогда просто так играть. Нет. Ой, это что-то про привидений по-любому. Что-то с привидениями. А? The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares. Пока она не проболтает, походу ничего не начнется. А не начнется. А чё не страшно тебе, я не пойму. Я вот чуть не сдохла только что. А ты прям бессмертная такая, да? О, можно мышкой, да, шевелить? Ну, не знаю, нужно ты ли. Ты выходишь. Так это не я, это ты идешь. Это ты идешь. Ты мышка меня развернула. Слушай, ну можно выйти, это уже хороший знак. Можно вернуться. Ну, мама! Вон туда идти. Вот это здесь страшно будет сейчас. Я сейчас обосрусь. What a charming little hotel. Мам, там кто-то был. Он нарисованный. Здесь все нарисованное. Мам, он исчез. Мам, он исчез. А нет, показалось. Вот он! Вот он! Серёж, что с этим делать? Ходить вперед. Собирать предметы, в хоррор только так делают. А что? А, боже! Что-то прям жмет очко, да? Чувствуешь это? Нет. Только так делают. А что? Какие предметы надо брать? Ну, обычно предметы подсвечивают. О, мам, там кто-то стоит. Мам, там стоит кто-то. И кто-то стоит, и ты! Мама! А, это все? Мама! А нас в лифт не взяли. Вот это Хэллоуин, вот это я понимаю, вайб. Вайбуем по-хэллоуински. Ничего не вижу. Мама, бешеная обезьяна вернулась. Going up. О, смотри. Куда смотреть? Вот, смотри, глаза. Да, мама! Я запуталась, в какую сторону мне вертеться. Голова закружилась, ёпти. У меня вот это вот потные ладошки. А, лифт. Смысл? Какой смысл в этой игре? Откуда знаешь, что сейчас вылезет отсюда, подожди. Все, ты меня не проведешь! Я не боюсь! Давай скорее что-нибудь. Что надо делать с этим? Пресс X написано. X прессуй. О, надо карту. Тут, короче, что-то надо делать. Мам, там что-то... О, нихера ты мощь. Ну, короче, их собирать надо. Что за говно игра? Что-то мне не нравятся эти резкие повороты вот эти в коридорах. Мам, музыка включилась, это вообще не к добру. Беги в жопу отсюда. Все, готовься к инфаркту. Готовься. Ран, говорят, написали ран. Я хочу нормальную игру. Хорошая игра. Какую нормальность, ты только орёшь, сидишь. Должно было быть наоборот. Да, давай следующую. Веселая игра. Давайте во Фредди играть. Давайте. Не хочу в эту вот. Нагнём этих чудиков. Давай. Five Nights at Freddy's. Тупее игры не придумал никто, Настя. Зато звук какой громкий. Есть только звук. А что-то написано? Not responsible for... Подождите, с 12 ночи до 6 утра. Все. 12 ночи. Вот эти чудики-юдики. Вот эти юдики-чудики. И они сидят. Ты за ними смотришь, да? Угу. 2 hours later. Они вот втроем так и сидят. Отдыхают перед тем, как им придется снова довести нас до инсульта. Че сидим? Кого ждем? А им ничего не будет, если мы на них смотрим. А зато нам что-нибудь будет, может быть, инфаркт, заикание, косоглазие. Ну, как минимум. Спасибо. Достаточно, мне кажется, перечислила. А где видно время, сколько мы там прожили-то вообще? Вот, час ночи. А что если мы такие, типа, очень умные, мы просто не будем переключать камеры, и они не смогут уйти из этой комнаты?
Мам, что-то какая-то помеха была только что, ты видела? Что-то, видимо, план не сработал. Сидят все на месте. Еда пришла. Сейчас покусим. Ты играешься? Как тебе? Тупость невероятная. Ой, мам, сейчас какая-то жопа будет, чую. Жопой. Один уже ушел, он сидит где-то. Чего, где ушел? Какой? Какой? Покажи. Он уже отсюда свалил. О. Мама. Мама, ты видела, он там стоит. Где? Мама, он стоял там, его уже теперь там нет, и уже не знаю, где он стоит. Ёпта мать. Ой, надо открыть дверь. Так, тебя еще не убили? У меня есть пицца, вот. Мне нельзя. А мне тоже. Вот такая пицца. Чё ты прям по острию ножа? Прям по тонкому льду. Вдвоем, видишь, сидят. А этот тоже все, гад, свалил. Где-то мама, здесь уже. Мама, нагни всё. Его. 4 часа утра, нам надо... Нет! Ты сейчас на меня уронишь это, уйди. Так, мне нельзя, уйди, говорю. Хорошо же, если в пиццу упадет на тебя сама. А не ты на пиццу. Так, давай, все, мы сейчас... Что-то 3% у нас, короче, сейчас мы все равно сдохнем. А как? А как? Ой, все! Все, короче, в жопу! Да все, мы не дотянули уже. На сюди. Ну и все. Короче, я не хочу больше играть, давай пожрем. Ты внука хочешь? Такого нет, настоящего, да. Почему внука? Вообще хочу внучку сначала, и потом не одну. Можно там потом уже и внуков. Но первую внучку. Бабушкину помощницу. А ты сейчас будешь здесь помощницей этого маленького человечка. Главное, чтобы не это, не умереть от страха. Не, наоборот, хоть что-то должно же с тобой случиться. То, что ж... Не пора спать, ребенок. Ты ошибаешь, да. Это кто, ребенок ползет или няня? Присматривай за ребенком написано. А что ты трясешься? Откуда я знаю? Куда здесь? У меня сейчас укачает. Что-то ее потряхивает, у нее какой-то такой тремор слегка. Видимо, есть чего бояться. Где ребенок? А что такое срачельник? Может, он внизу? А где он? Ёп твою налево. Че хочешь? Ребенок проголодался, написано. Я понял. О, давай. Давай, демонстрируй свои способности. Я вообще не понимаю, где он. Инстинкт материнский, давай. Пердит. У меня кружится голова от такой игры. Меня сейчас, блядь, укачает просто. У меня. Ну, хоть наблюешь. А как менять подгузники? Лёш, он пердит. Почему Лёш? Он не играл. Не играл? И у него не было детей, я надеюсь, еще никогда. Значит, он весь в говне. Короче, придется его куда-то нести, Настя. Неси давай. Я не знаю, Настя. Ну, короче, брось его куда-нибудь. Музыка для медитации прям. Меня сейчас укачает. Ну, где-то же должна быть ванна, я не знаю, жопу-то надо мыть. Попу мыть, попу мыть. Нужно каждый день. Настя, где здесь ванна? А я не знаю, я и знать не хочу, если честно. Давай подергаем двери ребенком, постучим. Может, откроется? Настойчивая. Давай. Фу, я сейчас буду делать. О, он там, наверное, ванна, иди. О, точно. Иди, все, слава тебе, Господи, давай. И сажай сразу в ванну. А как класть? Ты как его взяла? На что ты нажимала? Не знаю я. Мы что-то как-то с тобой вообще... Мы на потолке, мам. А давай же высоко его бросим. Ты мне скажи, ты когда его... Да хватит пердеть. Ты когда его взяла на руки, ты на что нажала? Не знаю, Настя, давай погуглим это. Как ты его как взяла? Как бросить ребенка? Ты... Где сраные пеленки? А давай его здесь оставим, пошел в жопу. Да не надо смотреть. Я боюсь его. Ну вот он лежит. А мы на кухоньку. На кухоньке мне нравится больше. Давай закроем его. Вот так и надо. Закрыли ванной и идем тусить. Холодильник не закрыли. Вот вообще жесть. Ты бы мне бы уже таких лещей надавала. О, трусы. Погнали в ванну. Чё-то не хочу. Пусть лежит. Давай, 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 давай. Ой, меня бьет. Да тебе по мордасам, блин, тебе. По роже дверью.
А что делать теперь? Ну, теперь как-то вот надо ему дать труселей. На, надевай. На, надевай. Давай, надевай, говорю. Ёб твою мать. А где его мать? Слушай, ты знаешь, как укачивает меня сейчас? Реально, я сейчас наблюю Настю. Прикольно. Настя, хоть с ним трусами носиться здесь. Ну, надо. Это просто тихий инфаркт был. Без музыкального сопровождения. Играй. Почему это я? Не знаю, звук какой-то появился, его не было. Он, кажется, в душе чилит. Закрой нахер, правильно. Меня реально вырвет, Настя. Ну ты чё? Тренируйся, потом в космос полетишь. У меня вестибулярный аппарат очень слабенький. Да чё ты лежишь здесь, блин, прохлаждаешься? Да трусы меняй. Ему надо менять памперсы, кормить, чтобы у него не стали красные глаза. А как ему одеть эти памперсы? Так у него не грязные трусы. Как, он обосрался и вонял? Ну ничего не работает больше, я не знаю, что делать. Когда нам дают возможность что-то положить или открыть, или закрыть, у нас появляется лапа, ручка появляется на курсоре. Сейчас этой ручки нет. Либо игра сломанная, блин, либо мы, блин, тупые. Скорее всего, второе. Давай закончим, Анна, на сегодня с этим ребенком. Да и просто подождем, когда ему покраснеют глаза и начнет нас убивать. Потом мы решили продолжить играть, играли еще минут 15, и у этого злосчастного, зловонного человечка не произошло ничего, не покраснели глаза, у него даже не возникло желания нас убить, но мы зачем-то продолжали играть, а потом поняли, что все это было бессмысленно. В общем, дети — это не наша стезя, не наша стихия. Как это не наша? Наша? Ну просто этот ребенок, он никак не отцеплялся. Это уже отголоски пройденных игр. Дошли мы до заикания и до принятия решения о том, что мы купим последнюю часть игры Фредди за 334 рубля. Музыка здесь пострашнее. О, пицца. А нет. Сейчас башка закружится, Настя. Ну ты не космонавтка. Нет. Будешь играть? О, можно попить. А поесть? А чё ты мусоришь? Мам, ты мусоришь. А брось второй стаканчик, там второй стоит. Бросай. Ладно, мы бунтарки какие. Ничего не вижу. А чё-то какой-то звук включился, они музычка. Они трое сидят там, видишь? Оп, один ушел. Рядом с нами, потыкай на камеру, вот рядом с нами. Ёпа-мать, они сломаны, все, нас сейчас сожрут опять, да что ж такое? Ты свет включила? Да. Ты будешь бросать в него? Тебе да. Нужно нажать на Е. На Е нажми и брось. Ёпа-мать, все, у нас нет одного оружия. Ой, мам, там какой-то огонек загорелся, вон, видишь, на камере? А камеру смотреть будем? У меня стаканчик в руках. А ты просто положи его на пол. Все. Давай, бей его! Ну не сейчас! Давай! Мы должны хоть одного кокнуть! Давай! Готовься! В атаку! А что ты мигать? Ой! Мама! Я промахнулся. В жопу, короче. Мы выжили даже, вот. И как-то даже грустно, что выжили. А! А ты что затеяла на самого начала-то, а? Я думала, ты обосрёшься. Да. А обосралась я какого-то хрена. Ну ладно, зато у меня есть кое-что страшное, действительно, что я могу вам показать. Ну, на случай, если вы не испугались, просматривая это видео. Опа. Это я с мясом ноготок оторвала вот. Всем спасибо за просмотр. Мы вас всех безумно любим, целуем, обнимаем и всем пока-пока. Пока-пока.